Друзья мои, если вам ничего не хочется, ничего не получается и все полная хрень вокруг вас, значит, вы исчерпали ресурс, тех идей, тех занятий, которыми вы занимались и занимаетесь сейчас. Вам нужно менять направление. После смены направления все пойдет по новой. Это будет зарядка вашей новой батареи. Весь вопрос только в том, чем заняться, как реализоваться, где, в каком направлении, ну и, соответственно, как улучшить свое благосостояние, именно финансовое. Ну, для кого-то выйти замуж, для кого-то финансовое, для кого-то и то, и другое. Поэтому хочу вам сказать, если вы находитесь в ступоре, в котором, в принципе, все нормальные люди, большинство, находятся и бывают 2-3 раза в жизни, знайте, вам нужно искать новое направление, новую реализацию в этом направлении. Какое-то направление? Не могу сказать, пока вас не посмотрю по видеосвязи. Эта диагностика иногда приводит к огромным переменам в ваших жизнях, в вашем финансовом положении, в вашей реализации. Все абсолютно меняется. Если вы хотите или можете сами это сделать, то пробуйте, изменив сознание, переходить в информационное поле, в свое, которое я, в принципе, и посмотрю у вас, но вы можете перейти туда сами и определить, узнать, понять, спросить ваших хранителей об этом направлении. И поверьте мне, жизнь ваша кардинально изменится. Очень вам рекомендую.